Так, всем привет, всем матерям-одиночкам, брошенкам, разведенкам, всем привет, добро пожаловать на мой парфюмерный YouTube-канал. Сона Бона просит вам передать, что если не будет лайков, парфюмерных видео тоже не будет, поэтому давайте ставим лайки, обязательно пишем по 10 комментов в комментарии, а то Сонша обидится и больше не будет появляться видео. У нас сегодня такая тематика, как согревающие, такие вот морфемные зимние ароматы. То есть, то, что я вам показывал раньше, ароматы, то есть на зиму, это такие уже мои пиздинки, изюбинки. То, что я буду использовать такое вот хитро выебанное, холодный аромат, но все равно иногда вот у нас сейчас уменьшили отопление, стало как-то холодно, это вот типичная зимняя депрессия, хочется обложиться своими детьми, вот, это притвориться идеальной матерью, напшикаться лавией и былью и просто это, издавать такие томные звуки. Так, давайте начнем, вы поняли мой такой вот мудборд, вот этих вот всех прилагательных. Не обращайте внимания, это не морщина, это просто эта повязка оставила след. Давайте начнем с первого аромата. Первый аромат это секрет сукре от Малинар. Такая вот супер коробка, супер лухари хуюхари. Открываем, тут у нас на пьедестале из картона лежит такой вот ароматик. Секрет сукре от Малинар. Очень красивая баночка, баноза. Что я вам хочу сказать, короче. Это такая ванильная, такая вот алкогольная квинтэссенция бабского парфюма. То есть представьте себе, блять, апогей бабского парфюма это Сотто Воче от Лауры Биаджотти. Просто добавьте туда ванили и алкоголь, и будет вам вот секрет сукре от Малинар. Он обволакивающий, он с орехами, он с сахаром. Ну, короче, такая бабская история для согревашек вполне себе пойдет. Если вы бабиха, если вам недостаточно вашей бабяной энергии, то рекомендую вам секрет сукре от Малинар. Следующий идет двойня. Двойня подружек-проститужек. Это две Нины Ричи. Вот это вот Нина Гурмандис. А вот это вот Нина просто Луна. Луна Гурмандис и просто Луна. Короче, Луна Гурмандис это такая фруктовая ириска. А Луна это такая вот молочная ириска. И, кстати, вот ужасно, вот здесь вот сделан флакончик, вот бисеринки вот эти ебаные, они постоянно, короче, вот видите, как это не очень красиво сейчас выглядит. А так стекло очень хорошее. И, короче, они очень похожи друг на друга, но вот мне больше всего нравится вот эта вот версия, потому что она с фруктами такими тягучими и более интересная. Вот это, конечно же, более классическая, просто обычная Луна. И реально такой вот интересный гурманский аромат из всех яблок Нины Ричи. Вот это вот самые крутые. Обратите на них внимание, вот не будьте дурами, как я. Короче, сейчас вам буду рассказывать историю параллельно. Короче, раньше я ненавидел вот это вот направление в парфюмерии как гурманистичное. Вот это вот, если я слышал слово ваниль в парфюмках, я сразу говорил, фу, блядь, идите в жопу, это не мое, у меня никогда не будет парфюмки жопослепательной. Так вот, мы переходим к теме. Лови Эбель. Лови Эбель гид для душа, если, короче, все супер. Вы поняли. И Лави и Белька официальная, вот эта вот штучка, версия Ле Экля. Экля, Ле Кля, короче, вы поняли. И просто миниатюрка Лави и Бель. И, короче, я понял, реально охуенно, реально шикос. Я просто был такой еблухой, что я не понимал Лави и Бельшу. Это реально шикозный аромат. Это не слипание жопы, это очень благородная просто гурманика, которая пока что некоторым ущемленцам недоступна. Но я вам рекомендую обзавестись миниатюркой, постоянно вдыхать и не наносите в холод.
надо наносить именно в домашних условиях, когда тепло, когда батареи, и тогда он реально раскрывается. Носите в жару, если вы не понимаете. И версия Le Clair. Это то же самое, только с фруктами. Это более свежая, фруктовая версия Лави и Бельки. И она мне прям очень понравилась. Вот эта вот ручечка, я уже испшикал тут миллилитров 5. И она прям, ну реально, она прям кайфовая. Она немножко такая согревающая и взбадривающая. То есть фруктики тут несут такой вот какой-то, такой шуремуристый подтекст. Далее шипристая тема, но тоже для меня немножко гурманская. Это Си, Джорджо Армани. То есть тоже такой вот официальная миниатюрка. Тут 20 миллилитров. И знаете, я его очень сильно люблю. Вот не знаю за что. И за пудру, и за белые цветы, и за какой-то такой вот ванильный момент. То есть, если так вот судить по нотам, то есть это классический шипр. Ничего тут нет, одни цветы и все. Цветы и пудра. Но вот что-то есть тут такое гурманское, даже что-то вот есть из лавибелистой базы. То есть он очень пудровый, очень женственный, и он очень такой вот тоже обволакивающий. Ну, вы знаете эффект пудры в парфюмерии, когда вот вы нанесли на себя и все, и как будто вас приплюхнули вот этой вот пудрицей, и вы такая Фелиция. Ой, все, меня понесло. Ну, короче, аромат шикарный, прекрасный на вот такую вот домашнюю выносливость. Чтобы носить его дома, он прям совсем подходит. Поэтому Giorgio Armani Si. У меня еще есть версия Passion. Целый флакон. Но это уже немножко такая летняя история. А вот классический Armani Si. Это просто шикос. Это высшая сила, высшая магия. Так, капелька мужихи. Капелька мужихи Dolce & Gabbana The One. Он у меня уже 5 лет. Я его очень сильно люблю. Очень сильно берегу. Потому что он еще у меня настоялся. И это, ну просто, это, знаете, вот такой вот прям коньяк. Коньяк для мужихи. То есть это был мой костюмный аромат, аромат для выступлений. Когда я там пианозю за роялем, и все охуют, ахуют. И когда подходит вручать цветы, от меня такой вот шлейф коньячной неожиданности. Очень классный, очень кайфовый и очень офигенный. И классический женский The One тоже заслуживает отдельного видео, но у меня нету женского Dolce & Gabbana The One, так как я его однажды кому-то подарил, кому уже не помню, ну 100 лет назад это было. Но вот Dolce & Gabbana The One мужской, я его продолжаю любить, и это реально самый лучший мужской аромат на планете. Не какая-то там банальная банальятина, а реально охеренный аромат. Следующая такая вот анальная пуля, это Lady Gaga Fame Tester. То есть, что на нем тут написано? Black Fluid. То есть, он такой вот такого цвета, потому что там ваниль, скорее всего. Либо просто они такие мудаки и покрасили воду. Но в итоге, да, тут есть ваниль, тут есть такие кокаинищие ноты, то есть белые цветы, ваниль, вроде бы так все понятно, прекрасный и, блядь, неожиданный, и все похуй. Вот, но тут добавлена какая-то исподпизная нота маракуйи, то ли личи. И вот представьте себе, то есть цветы, ваниль, такая вроде согревающая композишн, но, блядь, на верхах там вот эта вот нота каких-то тропических фруктоз. И вот вообще эту фруктозу вы не ожидаете, а вот тут бац, я тут, и мне похрен на все. И это интересно, это для таких вот морфемных, даже сейчас подойдет, для морфемных таких вот жиросжигающих дней, то есть когда вы лежите дома в тепле, и у вас не слишком такое вот настроение для накопления энергии. Вы готовы немножко испустить энергии, поэтому вот Lady Gaga Fame для этого подойдет. Следующее, как раз таки для накопления энергии, это Modern Muse от Estee Lauder. Такой вот ароматис, с таким вот бантиком каким-то дурацким. Так даже и не услышишь. Это, знаете что... Это шикарно. Это тоже классическая такая вот бабиха, но с таким вот какой-то с дымным,
сахаристо-вареньевым подтоном. И роза тут шикарная. Это, знаете, какая-то даже вот гурманская, шедеврозная роза. И это все на каком-то таком вот тоже фруктовом блюде. Даже какие-то вот черносливы мерещатся. То есть это ваниль, и на ней, на этой ванильке вот такая вот какая-то сгнившая, вот эти вот черносливины, изюмши. И все вот так вот запихано розой. Как-то так. И есть даже капелька какого-то ментола. То есть такой вот пиздоецкий акцентик. Реально, как какая-то вот такая капелька свежинки в нем присутствует. Это тоже кайф, реально офигенный. Я его еще не прочувствовал до конца, он мне еще отстаивается. Все ароматы после того, как они попадают ко мне в руки, отстаиваются 2 недели. Но я его прям очень, он мне понравился, я его сразу включил в подборочку. Следующий аромат это Killian. Let's settle this argument like a dude in the bedroom naked. Бля, какое долгое название, ужас. Ну, короче, тут все просто. Это не риоза. Это не риоза, это кончоза. Короче, представьте себе какой-то молочный дым. Вот представьте себе, знаете, что яблоко зеленое, персик, это все залито сливками, и это все еще вот дымится. То есть это какой-то молочный сливочный дым. И в этом всем какие-то персики. То есть он очень интересный. Давайте его нанесем. Ой. Да, он очень интересный, он очень долго держится. Я тут слышу реально вот ноту зеленого яблока. Ноту зеленого яблока и сливочного какого-то дыма. То есть молочно, такие вот молочные ноты, и он очень дымный. То есть прям дымный. Прям такая даже в нем какая-то копченая нота слышится. Очень интересный. Я не отношусь к тем, кто говорит, что полностью вот эта вот вся линейка шаров смерти, это все херня. Но вот этот вот очень достойный. Вот этот вот Adult Seduce, он очень достойный реально. И очень классный. Обратите на него внимание. Он очень интересный. Следующая тоже совершенно нетипичная тема для меня, это вот Юла Смерти. То у нас был Шар Смерти, это у нас Юла Смерти, это Лянуи Трезор. Это вообще трэш. Вот Ланкомчик тоже. Первый выпуск. Слушаешь из банки, это просто тупо жженый сахар. И начинается реально слипаться жопа. То есть жопа начинает такие... делать такие прединсультные колыхания и хочет уже там извергнуть из своего сердца вот этот вот флакончик. Запустить вот этот вот процесс изгнания Юлы Смерти. Но когда вы это наносите, это, короче, такой вот ягодное, очень сладкое и очень такое вот прям ядреное варенье. Прям аж засахарившееся. Из банки это тупо сахар. Если слушаешь, когда наносишь, реально начинаются вот эти вот полутона. И в конце, вот это вот послесловие, это просто заслуживает отдельной награды фрагрантии, как Ланком порвал весь мир парфюмерии. Почему Ланком это number one в мире по парфюмерии? Потому что они умеют именно делать вот это вот послесловие. Послесловие в ароматах. Вот заметьте, когда вы наносите либо Трезор, либо какой-нибудь этот гипноз, либо еще что-то от Lancôme La Vie, после этих ароматов остается нереальное послесловие, такое вот дымка, и она реально прям заслуживает отдельного слова. Не буду наносить, а то он все перебьет тут нафиг. Все мои рецепторы.
Но вот обратите внимание тоже на парфюмерию Lancôme, потому что она реально недооценена сейчас вот в нашем веке, в нашем 2020 году. Поэтому Lancôme-чик реально рулит, Lancôme-чик заслуживает отдельного внимания. Дальше это Hypnotic Poison O Secret Dior. Ваниль, мандарин, жасмин. Три ноты смерти. Блин, что-то у меня сегодня все про ноты смерти, короче. Знаете, это такая какая-то фантазия на шалимар, только там цитрусовые корки и ваниль. Тут у нас мандарин и ваниль. Конечно, ничего общего, но все же. Ну реально, вот подумайте. Dior и Guerlain. Может быть, кто-то решил что-то друг у друга спиздить. Это такая вот тоже согревающая, это ванилька не настолько ядреная, не гурманская, а именно древесная. Древесная, лайтовая, такая располагающая. Мандаринша делает это все таким вот дружелюбным, и это для таких вот коротания вечерков, для просмотра каких-то ебанутых блогеров. Вот, просто наносите и коротаете вечерозу. Реально, он такой согревающий, но в то же время не грузящий. И потом завершающая ступень наших парфюмерных бдений — это Black Perfecto Le Petit Robe Noir от Guerlain. Такая вот, такой вот флакончик смерти. Я как это, зажиревшая готесса. Вот такое вот самое лучшее платье от Guerlain. Это кайф, это кожа и вишневый ликер. Все, больше я ничего не хочу говорить. Все, видео закончено, можно закрывать свой парфюмерный канал. Это реально гениальный аромат, я его обожаю. Я в последнее время им пшикаюсь каждый день, просто полдня. Я его всегда беру с собой, потому что это реально... У меня такое очень редко бывает, но он реально у меня вместе с Coco Chanel... Coco Noir, он у меня путешествует, два черных флакончика, они в последнее время прям со мной путешествуют, потому что, ну, вот это реально кайф, это кожа и очень узнаваемая, вот эта рок-нуаровская вишня, но только уже в таком вот нуарном обличье, в коже. Очень круто, и вообще боги, кто это создал, и вроде... Если мне не изменяет память, его собираются снимать с производства. Вот это вот произведение искусства. Как всегда, еблухи пошли покупать там парфюмерию с фикс-прайса из Эйвона, а нормальные люди, два человека купили себе Роб Нуар. Guerlain сказал такой: о, никому не нужен наш Black Perfecto, все покупают Эйвон, мы его снимаем с производства. Ну да, что и следовало доказать. Очень грустно, если это правда, но вот этот вот аромат, это реально просто шикос. Это шедевр, и это, наверное, реально лучший аромат, когда вот он был создан именно того года. Потому что, ну, он мне еще ничто не вызывало таких вот эмоций из новинок, как вот эта вот штучка, потому что это реально очень круто. Так, это были все мои согревающие ароматики. Всем спасибо за просмотр, и помните, если вы не поставите лайк, то парфюмерных видео больше не будет. Поэтому собираем 200 лайков, любим меня, смотрим меня дальше. Всех люблю, всех целую, до новых встреч, пока!